Добро пожаловать на наш YouTube канал Hard Health Info. В данном видео я вам расскажу, как отключиться от колонки Harman Kardon Onyx Studio 7 с помощью вашего Android-устройства. Для этого зайдемте в меню приложения и выберем приложение «Настройки». После этого найдемте пункт «Подключенное устройство», Bluetooth, и напротив названия ваших наушников будет шестеренка. Нажмемте на нее и потом нажмемте на пункт «Отключить». И как можете заметить, наша колонка отключилась от нашего Android-устройства. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И до новых встреч!